Внимание на старт. Дан старт четвертого заезда, ограничительный плиз для лошадей 2 лет. Бег со старта повела Кефара Газ, далее Сабрина Санрайз. Бег ведет Кефара Газ. Сбоит Санрайз. А бег ведет Кефара Газ. На втором месте Сабрина Газ, замыкает Санрайз. Первая четверть дистанции пройдена за 43,9 секунды. Участники четвертого заезда проходят перед трибунами. Впереди Кефара Газ. С поля на втором месте Сабрина Газ. Замыкает Санрайз. Чуть впереди Кефара Газ. Бег ведет Кефар Газ под управлением мастера-наездника Венера Абсалькова. Участники четвертого заезда подходят к отметке второй четверти дистанции. Бег ведет Кефара Газ. Вторая четверть дистанции пройдена за 38,2 секунды. Бег ведет Кефара Газ. Тут же Сабрина Газ на втором месте. И у них в спине Санрайз под управлением Павла Саидова. Кефара Газ, Сабрина Газ, Санрайз. В таком порядке участники четвертого заезда входят в левый поворот и подходят к отметке третьей четверти дистанции. Третья четверть дистанции пройдена за 44,6 секунды. Участники четвертого заезда выходит на финишную прямую. Участники четвертого заезда на финишной прямой. Вперед выходит Сабрина Газ под управлением Ксении Саидовой. На втором месте финиширует первый номер Санрайз и заканчивает дистанцию Кефара Газ.